описание открываем. Вот, собрано оно как раз по причине тех договоренностей, которые у нас были с инициативной группой достигнуты на предыдущем заседании, кстати, на выборе всех необходимых структурных подразделений государства, которые непосредственно принимают участие в разработке регламента, что можно, что нельзя делать, строить в зонах и прочие, так сказать, вопросы, которые были, которые всех, я думаю, что и на сегодняшний день также волнуют. Сергеевич, у вас обвинительно, так кто у нас не присутствует? Ну, по протоколу у нас, я понимаю, собрались все, кого вызывали, то есть представители присутствуют Росавиации, Роспотребнадзора и полномочного по правам человека. Ну, у нас есть, зафиксировано. У нас есть. Да, да. Потом Росавиация есть, аппарат полномочного по правам человека, управление образования, учителя, летчики присутствуют. Понятно. Ну, у наших коллеги вот из Роспотребнадзора, они, скажем так, могут так примерно в курсе, но могу еще раз повториться. Дело в том, что у нас имеет место строительство объекта, на взгляд общественности, документация для строительства этого объекта имеет спорное происхождение, вот это, да, то есть спорный палец, скажем так. Тем не менее, на сегодняшний день у нас есть разрешение строительства, выданное Министерство строительного комплекса, есть заключение экспертизы, положительное, там, да, проект также прошел экспертизу. И, собственно, основания все для строительства застройщика имеются на сегодняшний день, хоть к ним и имеются большие достаточно вопросы, да, со стороны общественности. Также хочется добавить, что у вас прошло уже два суда, один суд, это Химкинский суд и Московский областной суд, насколько я понимаю, он тоже, собственно, по линии жителей проигрывают. Не совсем. Ну, не совсем. Да, ну, давайте по словам Александру Придам. Можно? Я поэтому адвокат как раз представляю интересы дольщиков. И, соответственно, мы судились с Министерством строительного комплекса, судились со стройгруппом, и суд выиграли. Мы выиграли суд, вот у меня доверенность от всех дольщиков, практически тут два десятка доверенностей нотариальных. И мы выиграли, и мы добились того, что дольщиков включили в реестр обманутых дольщиков. Кто был против этого? Министерство строительного комплекса и стройгрупп. Значит, дальше что происходит? Мы их все-таки включили, но никаких мер по удовлетворению их требований не предпринимается. Не видит уполномоченный по правам человека, который здесь, не видит Роспотребнадзор. Подождите, у вас... Это права дольщиков. Мы с вами чуть-чуть сейчас отходим. Мы сейчас обсуждаем законность документации в первой части нашего собрания. Да. Точно. У вас есть какие-то вопросы касательно именно Росавиации, кто отдал разрешение, Роспотребнадзора? Смотрите, да, я понял. Я понял. Что касается документации. Документация основана на подлоге, служебный подлог. Дело в том, что там нету той площади. То есть в основу документации подложные документы. Мы провели геодезические исследования, которые показывают, что там площадь гораздо меньше, чем в разрешительной документации. Если кто-то на месте был, все знают, это площадь просто одного дома ИЖС. И там строить многоквартирный дом недопустимо. Соответственно, вот они документы, жители провели экспертизу. В основу геодезические исследования, это в основу документации по строительству легли подложные документы. Это всегда так происходит. Дело в том, что стройгрупп уже строил и на Мичуринском проспекте тоже документы, прям над головами жителей строил, уничтожая благоприятную среду обитания для жителей. Сейчас он строит с нарушением норм. Роспотребнадзор тоже не видит нарушения ни прав потребителей, будущих дольщиков не видит, ни нарушения жителей. Дело в том, что под сомнение ставится строительство третьей взлетно-посадочной полосы. Это федеральная программа, на которую уже вбухали несколько миллиардов. Понимаете? Если мы застроим сходню не по нормативам, у нас по Конституции приоритет имеют права граждан.
право граждан на благоприятную окружающую среду. Сейчас мы рассматриваем возможность обращения с иском о приостановлении строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Почему? Потому что жители Химок, и жители, в частности, Сходни, не могут жить при таком шумовом воздействии на них, при нарушении норм. Шереметьево – это градообразующее предприятие. Те миллиарды, десяток миллиардов, которые есть в бюджете Химок, это то, что дает Шереметьево. А сейчас... Остальное дают жители со своих налогов и со своих участков, те же жители Сходни, которых уничтожают, у которых на головах строят. Потише чуть-чуть, без этих лозунгов там. Сухо по делу. Ну, куда еще суша-то и куда еще не по делу? Вы меня вот постоянно перебиваете. Мы здесь собрались несколько экспертов организаций, которые принимали участие конкретно в формировании этого пакета документов, который лег в том числе в основу выдачи разрешения строительства господам. Да, и мы сейчас имеем возможность, собственно, по нашему просьбе все сейчас приехали, да, данной организации, задать им прямой вопрос. Как вы, основываясь на чем? Это коррупция. А вы сейчас говорите о том, что мы будем сносить, не разрешать третью взлетную посадочную. Ну, а это важно. Смотрите, я могу рассказать, как выдаются документы. Это чистая коррупция. Не надо вот этого, не надо. Это не принимается вообще. Давайте, значит, по делу, как это вопрос, какой вы хотите задача здесь присутствующим, кому, под протокол, и мы заслушаем ответ. Я хочу задать в первую очередь я хочу в первую очередь вопрос присутствующим задать такой. Допустим, вам, да, как руководителю по строительной политике, вы проектную документацию видели, ваши специалисты могли бы ее оценить и дать оценку? У нас есть специалисты, которые в госэкспертизе оценивают, дают оценку и руководительное утверждение, госэкспертизы, и госэкспертиза не подчиняется. Вы сейчас, как руководитель, у вас есть соответствующие специалисты, которые могут взять наши геодезические исследования, сопоставить с тем, что есть на местности? Подождите, я уполномочен, да? Я сейчас пишу заявление о служебном подлоге, который произошел, который допустили все контролирующие органы в документации. Вы, как орган местного самоуправления, на вас лежит обязанность. Это к вашей компетенции относится. Многие у вас компетенции забрала Московская область. И коррупция там, конечно, наверху, в Градсовете Московской области и в Минстрое. Но вы имеете полномочия, например, защищать права потребителей. И в этих рамках вы бы могли провести экспертизу этой экспертизы и посмотреть, а все ли там правильно. И у вас есть полномочия обратиться и в Министерство строительного комплекса, и в Градсовет, и в комиссию по рассмотрению этих вопросов. Поэтому я прошу вас, в первую очередь, поручить вашим специалистам оценить, провести экспертизу экспертизы или исследование экспертизы. Это не тяжело. Это во-первых. Смотрите, во-вторых. Вообще я сразу скажу, что таких специалистов нет, сотрудников таких нет, конкретно специалистов с отличием. Хорошо, я вам предоставлю таких специалистов. Но... Вы говорите про нас. Да? То есть вы можете с ними отсутствовать титул, что... Смотрите, вы можете быть инициатором проведения общественной экспертизы, как это положено по закону. Орган местного самоуправления по 131 закону может это делать. Давайте мы такую экспертизу сделаем. Не болтовней тут будем заниматься из раза в раз. Не призывать к экстремизму дольщиков перекрывать Ленинградку. Вот они экстремисты. 282 по ним плачет. Их надо привлекать к ответственности. Призывать дольщиков перекрыть Ленинградку. Это надо удуматься. Это вообще... Мало того, что руководитель стройгрупп мошенник. Все есть на записи. Все есть на записи. Поэтому я призываю действовать в рамках 131 закона. Назначить экспертизу и провести. Следующий вопрос, который я хотел. Давайте таким образом, смотрите, еще раз. У нас все же нет специалистов, да, таких. По части общественной экспертизы, да, то, что вы говорите, в рамках 131 закона и так далее. Вы представите специалиста. Тут тоже не так все просто. По части именно оснований, каким образом мы будем привлекать данных специалистов к данной работе. То есть вы что нас просите? Создать там какую-то рабочую группу по этой части? То есть что значит просто провести общественную экспертизу? Рабочую группу создать и провести экспертизу тех документов. Предоставить в эту комиссию документы,
которые есть, разрешительные документы, которые были выданы, и провести их экспертизу, привлекая специалистов. Это, я сам муниципальный депутат, я хорошо знаю 131 закон, я хорошо знаю полномочия органов местного самоуправления, это легко сделать. Если на это есть политическая воля и нет коррупции в муниципалитете. Вопрос следующий. Вы говорите, только что сейчас сказали, провести экспертизу там, проектной документации. У нас нет проектной документации. В администрацию не предоставляется проектная документация. Давайте запросим эту проектную документацию. Запросим у стройгруппы, раз они ходят. Запросим в Министерстве строительного комплекса. Все-таки я, когда заходил сюда, я видел вывеску «Управление капитального строительства», «Управление территориальной политики градостроительной». И вы утверждаете, что у вас нет документации? Если диалог будет продолжаться в этом же русле, то будет понятно, почему выдаются разрешения. Понимаете, это будет коррупция. Если орган местного самоуправления самоустраняется и ищет не поводы, а причины, чтобы не работать, это коррупция называется. Это четко. Поэтому... У нас прокуратура дает оценку, если что, да? Если что, пишите. Вы меня не посылаете в прокуратуру, в суд. Я сам могу кого угодно, куда угодно послать. Вы нас зачем собрали сюда? Мы вас собрали. Вот вас, кстати, не было. Сейчас первый раз вас вижу. Очень плохо, что вы меня первый раз видите. Что вы здесь не было, как все были. А вы никого не оповещаете вообще, если так? Непонятно, где встреча состоится, в какое время? Не было бы такого же большого количества. Где оповещение есть, дольщиков? Вот у меня доверителей, посмотрите сколько. Никто из них не знал о встрече. А как же тут доказательства? Вы как оповестили? У вас есть реестр обманутых дольщиков? Сами оповестили, реестр у нас есть, полном обвинении. Как вы оповестили дольщиков? 20-го года вообще. Есть тут еще кто-то из дольщиков? Вот двое всего. Кого вы оповещаете? Мы оповещаем инициативную группу. У нас с ними сейчас идет. Какую вы инициативную группу? Я вам не буду. Уважаемые люди, уже год входит. Каждый пятый сюда. Поэтому, вот одно предложение прозвучало. Я еще хочу сказать предложение. Разрешите предложение? Я тут не критиковать пришел, а предлагать. И прежде всего, предложение. Можно продолжить предложение? Я прошу, прежде всего, вот, Роспотребнадзор дать заключение о шумах. То есть, есть ли превышение по шумам на сходне? И соответствует ли это нормативам? Выдавались ли соответствующие разрешения стройгруппу на строительство? Также Роспотребнадзор, я прошу посмотреть, как соблюдаются права дольщиков. Роспотребнадзор – это организация, которая следит за правами потребителей, в первую очередь. И попрошу посмотреть, ведь они же не выполнили контракт на Мичуринском, они не построили детский садик, они не построили другую очередь. Давайте сразу это... сходу, но комментарии, пожалуйста, ваши какие-то услышали. Почему детский сад не построили, скажите? Потому что время не подошло. Вот, видите, 10 лет прошло. Инвестиционный контракт. Не нужен будет. Планировки, которые не реализованы. Есть график. Там частные застроенные частные территории. Как они могут... Мое предложение, еще одно предложение, послушайте. Признать его стройгрупп недобросовестным застройщиком. Слышно меня хорошо? Я предлагаю, он был уже признан недобросовестным застройщиком, но администрация почему-то, непонятно почему, вывела его из недобросовестных застройщиков. Что он, построил детский сад? Достроил, обеспечил всех дольщиков? Никому ничего не досталось, когда и он, прикрываясь дольщиками, построил дом и никому квартир не выдал. Без доплат. Это обман потребителей. Почему недобросовестному застройщику, который был признан недобросовестным, отменили этот приказ администрации? Вернуть ему статус недобросовестного застройщика, а проблемы дольщиков решить в установленном законном порядке. Поручив добросовестным застройщикам решать проблемы дольщиков. Это я говорю от имени многих дольщиков. Этот
Этот сейчас, который они строят, это все нарушение норм. Это все, понимаете? Много раз, мы специально пригласили коллег, да, они, так сказать, проделали определенную работу, там предварительно, предварительные кувертами, они сейчас здесь. Давайте профильные ведомства начнем, так сказать. Да, вот Кросспотребнадзору вопрос по защите дольщиков, что они сделали. Кросс-авиации вопрос. Почему сходня, где проходит глиссада самолетов, почему согласовывают вот это многоэтажное строительство? Кто еще у нас тут? Все? Из контролирующих органов. Правам человека. И уполномоченный по правам человека. Когда у нас начнет работать в Химках уполномоченный по правам человека? Когда он обратится с иском? Почему наша общественная организация обращается, восстанавливает права дольщиков? И в Химкинском суде мы выиграли, и выиграли в этом... Вопрос задал. Вы задали вопрос? Да, я всем вот по порядку задал вопрос, пускай они отвечают. Потому что так не пойдет работа уполномоченного по правам человека. Я лично знаком с Москальковой Татьяной Николаевной. Она работает по этим вопросам, не раз помогала жителям по всяким вопросам. Недавно помогала Константину Фетисову, который пострадал от строительной мафии, который был избит журналист. Я обращался к ней с просьбой. А где уполномоченный по правам человека? Строительная мафия, разгул получается. Слушай, мафия, разгул получается. Вот все специалисты реально, да, профиль. Давайте где вопрос, услышим ответ какой-то хотя бы. Потом дальше просто. Да, здравствуйте, Нового года. Какое аэропорт? Представьте, что это планета центрального отдела управления Роспотребнадзором Московского области. А ваши полномочия, подождите, они относятся к этой территории? Отлично. У нас территория входит Химки, Красногорский район, Лобни, Благословно. Значит, с 2007 года, в связи с изменением градостроительных кодексов и закона о санитарном и биологическом благополучии населения, компетенции органов Роспотребнадзора не относятся к рассмотрению проекта строительства, участие в приемке в эксплуатацию запущенных строительства объекта от 2013 года и выдача санкций заключений по выбору земельного участка под размещение объекта. То есть практически вся градостроительная деятельность с нами не согласуется. Также в соответствии с градостроительным кодексом проект строительства подлежит согласованию государственной либо негосударственной аккредитованной установленной в порядке экспертизы. Поэтому в составе проектной организации имеются специалисты, которые рассматривают санитарные и технологические вопросы, в том числе вопросы изоляции, уровня шума и так далее. Все, что касается санитарных вопросов. Ну, вторую часть вопроса вы не ответили. Почему? Можно я вопрос задать? Да. Значит, у меня вопрос такой. Я, значит, вот житель Украины Студни. Это улица Некрасова, которая находится прямо на смежном участке с участком планированного застройки. Вот у меня вопрос такой. Вот сейчас, исходя из того, что вы сказали, я просто в порядке перед вопросом вам хотел бы пояснить, что специфика этого земельного участка состоит в том, что он находится на расстоянии 8 километров, 190 метров от контрольной точки аэродрома Шереметьево. Далее, 1 июля этого года принят федеральный закон номер 135, значит, в статье 4 которого, части 3-4, определена роль Роспотребнадзора на переходный период до установления природных территорий по новому вот этому федеральному закону. Так вот, до установления границ приаэродромной территории в соответствии с новыми, с этими нормами нового закона, участие Роспотребнадзора заключается в следующем. Строительство осуществляется с учетом обязательного негативного. Ну вот, теперь в соответствии с частью 3, частью 4, статьи 4 этого закона до установления приаэродромной территории застройщик, планирующий строительство, должен обратиться Роспотребнадзор для дачи им заключения о возможности негативных воздействий на здоровье граждан. При наличии положительного заключения Роспотребнадзора уполномоченный орган государственного управления. Господа, выдавалось
Я сейчас вам скажу. Относящийся к предмету сегодняшнего обсуждения вопрос относится к заключению Росавиации, да, которое датировано 1 июня 2017 года, то есть до введения в действие нового закона. И на этот период времени действительно вы совершенно правы, когда говорите, что Роспотребнадзор в соответствии с действующим на тот момент, то есть на 1 июня 2017 года, вы совершенно правы, Роспотребнадзор был исключен из возможности согласования вопросов строительства зоны природных территорий. Поскольку действующая на тот период статья 46 Воздушного кодекса Российской Федерации обязывала согласовывать строительство зоны природных территорий, в том числе в части учета негативного воздействия на здоровье граждан, на собственника аэродрома, уполномачивая его это делать полностью самостоятельно, без увязки с Роспотребнадзором. Вот законодатель 1 июля вот эту несостыковку, а она очевидная была, то есть, например, вот здесь присутствующие представители Росавиации, они не согласятся с Андреевым о том, что, ну, безусловно, вопросы негативного воздействия на здоровье граждан, видимо, не совсем по профилю Росавиации. Все-таки по профилю Росавиации. Совсем не по профилю. Да, точнее, да. Совсем не по профилю. Потому что по профилю Росавиации это как раз вопросы безопасности полетов воздушных судов и обеспечения функционирования радиотехнического оборудования в зоне природных территорий. Понимаете, да? Но действующий на тот период закон, 46-я статья, тем не менее возлагал все это одним пулом, что называется, одним комплексом, и вопросы безопасности полетов, и вопросы негативного воздействия на здоровье граждан полетов, все на собственника аэродрома. А поскольку аэродром Шереметьево находится в федеральной собственности, весь имущественный его комплекс, то на него и возлагались все вопросы. С чем они были не согласны, но тем не менее вынуждены были это делать. Так, у меня все-таки вопрос. Ну, собственно говоря, большой комментарий спросил. Думаю, это полезно будет. Проект? Это для понимания ситуации. Строй группы уточним по числам, потому что у меня всех чисел с собой нет, у меня больше по разрешению, по Росавиации. Когда у вас как-то звук был выдан? Давно. Не помню сейчас. За год, за два где-то. 15 годов. А проект заключения Что в смысле? Заключение. Не Мособлэкспертиза, там была экспертная организация, которую вы видите, проект делали. Экспертизу проекта. Ну, по-моему, в 16-м году. В 16-м, по-моему, сделали. Да, в 16-м. Да. Все эти документы, конечно, были до, так сказать, изменения, внесенные в воздушный кодекс. Так, сразу хочу сказать, что, значит, 135-й ФЗ, это позиция управления Роспотребнадзором Московской области. Это самое основное на официальном сайте управления Роспотребнадзором Московской области, это информация. Значит, распространяется только на объекты, размещенные в приаэродромной зоне и в зоне воздушных подходов судов. Эти моменты должны быть обязательно в порядке отражены в градостроительном плане земельного участка. Если это не отражено в градостроительном плане земельного участка, такие материалы не рассматриваются. Но они там не отражены. Совершенно не отражены. И, поскольку приаэродромная зона Шереметьево не разработана, схема проходов не разработана, они должны быть утверждены с органами исполнительной власти субъектов, Московской области, размещены на сайте официально. Поскольку этого всего нету, то, значит, основывается на информации, которая есть в градостроительном плане земельного участка. Да, можно подать документы при желании стройгруппы оценить влияние на здоровье при размещении этого дома, пройти экспертизу в органах. Если будет, допустим, Московской области, представляется определенный пакет документов, в том числе расчетные уровни авиационного шума, электромагнитного излучения, загрязнения атмосферного воздуха и натурные замеры. Загрязнения атмосферного воздуха, то самое электромагнитное излучение и уровень шума.
Скажите, пожалуйста, у вас... Там, что лаборатория ФБУ Московской области, соответственно, все ее территориальные подразделения не аккредитованы на измерение авиационного шума. Поэтому по этому поводу вам надо пропускать какие-то... Это мы знаем. Скажите, пожалуйста, у вас положение введено, разработано, введено, вот о порядке прохождения вот этого, порядка 47-й статьи Воздушного кодекса, вот эти вот исследования. Потому что в течение 3 месяца, там же было это самое, что в течение там, по-моему, 3 месяца должно было быть разработано, да, и утверждено. Ну, пока это не разработано, не утверждено. То есть пока вы их и не проводите. Я говорю, обращаются в ФБУ, приносят расчетные. Надо обращаться и проведут. Нет, вы не знаете эту статью. Я обращаюсь. Вы не знаете. В судебном порядке достаточно провести. И принимается к рассмотрению градостроительный план земельного участка, если на нем подробна информация, что участок расположен при аэродромной зоне или в зоне подхода воздушных судов. Я так поняла, у вас эта информация в градостроительном плане нет? Зато я хотел бы, с вашего позволения, затронуть вот этот аспект. Вам, наверное, возможно, невозможно, вы мне неизвестен, но он будет для вас крайне важен. Я сейчас просто зачитаю из судебного акта арбитражного суда Московской области, какие обстоятельства им установлены. Это судебный акт А41-39-639-2016. Решение датировано ноябрю 25 ноября 2016 года. А в этом деле принимала участие стройбит, принимала участие администрация городского управления, принимала участие Министерство строительного комплекса области, принимала участие Министерство имущественных отношений Московской области. Одним словом, субъектный состав всех заинтересантов этого вопроса. Так вот, я зачитываю, с вашего внимания. Этим же судебным актом, который, кстати, не обжаловалось стройбит застройщикам, подтвержден факт о расположении земельного участка, в отношении которого выбрано сейчас разрешение строительства, в зоне максимального уровня взмыта РА максимум, абзац 6, страница 8 решения арбитражного суда, учитывая это, арбитражный суд пришел к выводу о невозможности его использования в соответствии со спрашиваемым видом разрешенного использования для многоэтажной жилой застройки. Абзац 4, страница 9 решения суда. На основании какие документы было? Так, объясняю. Значит, значит, по двум парам, сразу хочу объяснить, по двум парам суд пришел к выводу о превышении уровня авиационного шума вот по вот этому показателю. Первое. Собственно говоря, сам застройщик, заинтересованное лицо, представил суду протокол измерения уровня авиационного шума, представленные организацией, которая по заказу застройщика, стройгрупп проводила исследования и замеры уровня авиационного шума на испрашиваемом для многоэтажной жилищной жилой застройки вот этом земельном участке. Так вот, суд проанализировал представленные вот эти заключения экспертной организации, пришел к выводу, что зафиксированные в них показатели вот как раз по уровню шума превышают предусмотренные санитарными нормами. Есть у нас санитарные нормы действующие, шум на рабочих местах и так далее. Там шумы относятся к коллекционному шуму. Это и коллекционный. Здесь отдельный ГОСТ, коллекционный. ГОСТ здесь, суд пришел к мнению, слушай, внимание, это суд пришел к мнению, это официальное значение и так далее, обязательное судебное решение. Так вот, суд пришел к выводу, что в данном случае подлежат применению не ГОСТ, потому что ГОСТ указывает, что не обязательно применение, а именно санитарные нормы, поскольку у них указана конкретно обязательность их применения. Почему, объясняю? Потому что часть 2 статьи 12 закона федерального санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулируя вопрос строительства с учетом, регулирует и соотносит вопрос законности строительства в этой части именно с санитарными нормами, которые в данном случае, учитывая, что они следуют из закона, подлежат обязательному применению. Там более жесткие нормативы и показатели по сравнению с ГОСТом. Давайте мы не будем. Мы сейчас, я говорю сейчас не о этом говорим, а о том, что установлено в итоге суда. Так вот, суд по этому показателю установил это решение, а также пришел к выводу о превышении уровня шума, учитывая действующие в отношении этой территории заключение института имени Эрисмана, в соответствии с которой он для разработанного проекта санитарно-защитной зоны и на путях подхода к воздушных судов
и так далее, пришел к выводу о также невозможности размещения строительства на этой территории. Так я просто хочу вам сказать одно, что у нас есть норма статьи 6 Федерального конституционного закона, согласно которому решения судов, вступившие в законную силу, являются обязательными для непростительного исполнения всеми органами государственной власти, должностными лицами, юридическими лицами и так далее. Так, есть такое решение суда. Какое решение? Я же вам говорю, вот я вам зачитал. О невозможности размещения многоэтажной жилой застройки за этим участком. Раз. И второе, и это самое главное, дальше. Заключение Росавиации, как органа согласующего. 1 июня они выдали положительное согласование о строительстве этого многоквартирного дома, на что и ссылается администрация и Министерство строительного комплекса, говоря, это вы ссылаетесь на решение судов, но они у вас датированы 2016 годом. Так? А в 2017 году ситуация изменилась. Потому что 1 июня выдано заключение положительное Росавиации. Ситуация изменилась, поэтому строить можно. Так вот, для вас, Росавиация это знает прекрасно, начальник, руководитель территориального управления Росавиации, в преамбуле этого документа сразу же и указал, что данное согласование не является согласованием, учитывающим вопросы возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полета воздушных судов на здоровье граждан. То есть данный документ сам руководитель Росавиации можно оценивать следующим образом. Вопросы согласования по здоровью граждан он оставил вне согласования. То есть это белое пятно. Оно не регулируется. Хорошо. И как раз тут вопрос возникает. Заключение... Может кто-то еще согласовал по здоровью? Может Роспотребнадзор? Нет, вы говорите нет. Тогда мы можем констатировать, что строительство этого многоквартирного дома на основании выданного Министерством строительного комплекса области разрешения на строительство осуществляется. Как при отсутствии согласования по этой главнейшей конституционной позиции, да, 42-я статья Конституции, право граждан на благоприятную окружающую среду, и статья 41-я Конституции Российской Федерации, это право каждого на охрану здоровья. Так вот, эти важнейшие права граждан, будущих граждан, которых стройгрупп, администрация и Московская область хотят заселить в этот дом, на эту территорию, получается, оставлены без какого-то регулирования и без одобрения. Так, минутку, подождите. Соответственно, два строительных кодекса. Проект у вас прошел экспертизу, я так понимаю? Правильный вопрос. Что прошел. У вас там записано прошел. В разделе по санитарно-эпидемиологическим нормам? В девятом разделе вы имеете в виду? Там есть соответствующая оценка, что нарушение экологических норм нет. В девятом разделе записано, что нарушение экологических норм нет. Можно я вам комментарий дам? Это тоже коллега. Так я вам хочу сказать следующее. Вы сейчас немножечко некорректно, на мой взгляд, ссылаетесь на заключение этой экспертизы. Объясню почему. В соответствии с законом, а мы должны руководствоваться здесь при оценке вот этой ситуации только законом, это компетенция оценки звукового воздействия полетов воздушных судов на здоровье граждан, это компетенция не этой экспертизы проектной документации, а только компетенция собственника аэродрома. Именно на собственника аэродрома возлагается ответственность. Я сейчас не говорю на компетенцию Росавиации или Роспотребнадзора, а на статью 46 Воздушного кодекса в том виде, в котором она действовала до 30 сентября, где черным по белому написано, что строительство объектов в зоне аэродромной территории осуществляется с одновременным учетом двух обстоятельств. Это безопасность полетов воздушных судов. И второй аспект – это учет негативных возможных влияний полетов воздушных судов на здоровье граждан. И по согласованию с собственником аэродрома. Поэтому, когда вы сейчас упоминаете о экспертизе проекта документации, ее делает не государственная, а аккредитованная организация, которая к собственнику аэродрома никакого отношения не имеет. Так, минутку. Собственник аэродрома не проводит оценку влияния на здоровье. Кто ее уровня шума. Что вам сказал? Кто вам сказал? Вы только что там. Я сейчас сказал. По нашим нормативам. Не, подождите секунду. Я подчеркиваю. Статья 46 Воздушного кодекса говорит о том, что собственник аэродрома проводит оценку, в том числе и по влиянию на здоровье граждан. Другое дело, что в заключении от 1 июня 2017 года Росавиация, полагая, что это не входит в их компетенцию, как представителя собственника аэродрома,
они фактически уклонились от этого согласования по этому вопросу, о чем и заявили в преамбуле, что мы не согласовываем этот вопрос. Хорошо, я не вторгаюсь и не буду спорить, относится ли это к компетенции. Вопрос другой. Дайте мне, нам, будущим жителям, согласование собственника аэродрома. Собственником аэродрома является Российская Федерация. Так вот дайте мне согласование компетентного органа, назовем его Росавиацией, назовем его Роспотребнадзором, назовем его, я не знаю, может быть, Министерство здравоохранения, оно у нас отвечает за обеспечение здоровья граждан. Любой из этих государственных органов, представляющих интересы Российской Федерации, пускай Российская Федерация скажет и даст свое заключение. Строить можно, уровень шумового воздействия от полета воздушных судов позволяет здесь строить. Так вот, ситуация-то и заключается в том, что такого заключения нет. Росавиация говорит, это не наша компетенция, и мы об этом указываем. Роспотребнадзор говорит, на момент выдачи разрешения на строительство, это не наша компетенция, государство устранилось. Но секундочку, Конституция не устранилась. От права граждан... Вы, да? Извините, я вас перебью. Опять же, возвращаясь к заключению по Мособлэкспертизе. Наши полномочия Роспотребнадзора были переданы ранее в Мособлэкспертизу, потом, когда появились государственные экспертизы, соответственно, не государство, а государственные установленные порядки экспертизы. Там имеются специалисты, эксперты, которые оценивают вопросы санитарных и биологических нормативов. Видимо, вы меня не услышали. Вы не слышите меня о том, что я говорю, что статья 46 Воздушного кодекса Российской Федерации, которая подлежала применению к этим правоотношениям, да? Так вот, она это возлагает, не упоминает она там ни Роспотребнадзор, ни Росавиацию, ни государственных экспертизы. Ну, видимо, немножко, если сам, надо статью вам прочитать. Да. Ну, я эту статью прекрасно знаю. Есть решение суда по поводу того, что вы пытались оспорить разрешение строительства. Об этой теме тоже я могу затронуть. И сразу хочу сказать, чтобы была понятна ситуация, да, я вам зачитаю. Это по поводу того, потому что вы делаете сейчас в самом начале заседания, собрали, да, пытаетесь. На мой взгляд, немножко некорректно давать оценку этому решению суда. Если мы вообще не даем, то есть и есть. Я вам хочу мы сказать, оценку не даем. Секундочку, я вам зачитываю. Просто норму закона. Это разбирательство было в рамках административного судопроизводства. Это раз. И решение было вынесено в рамках административного подразделения Российской Федерации. Вот присутствует здесь административный истец, собственник смежного участка. ИЖС Галина Сафронина. Галина Николаевна, да. Так вот, я просто читаю. При рассмотрении административного дела об оспаривании решений государственных органов, суд проверяет законность решения государственного органа в отношении лица, которое является административным истцом. То бишь, давая оценку законности выданного Министерством строительного комплекса разрешения на строительство, суд эту оценку делал и проверял законность только в узкой части, касающейся прав Галины Сафроновой. Особенность Галины Сафроновой положения состоит в том, что она проживает на этом участке задолго до выдачи Министерства строительного комплекса разрешения. То есть, банально говоря, в условиях превышения авиационного шума она и так, независимо от разрешения на строительство и строительство, живет. И действительно, в этой ситуации это не может ее реального права затравить, потому что вы жили здесь и раньше. А мы ведем сегодня диалог здесь с участием. Спасибо, что, во-первых, откликнулись, прибыли и представители уполномоченного по правам человека, и Роспотребнадзора, и Росавиации и так далее. Спасибо, что все пришли. Так вот, я хотел бы и ваше внимание обратить, уважаемые представители администрации, что мы ведем здесь диалог о правах, в том числе, будущих жителей. А кто вас уполномочил? Вот доверенности. У меня доверенность. Покажите. Что? Могу показать? Могу показать, если вас интересует доверенность. Ну так от них и не пишите жалобу в суд. Секунду. Что у нас с демагогией занимаетесь? Не посылайте жалобу, Как мы будем писать жалобу, вы будете строить? А мы не хотим вам дать, чтобы начали строить это. Так вот. Подожди, сейчас.
Так вот я суд он посылает людей. Я просто, да, я просто хочу заканчивать сказать. Нельзя посылать в суд. Мы тут разговариваем, тут диалог идет, круглый стол. И не надо никого посылать. Понятно? Хорошо. Так вот, я просто хочу сказать. Мы... Понятно. Обращаем внимание. Ну и спрячься под стол, если испугался. На то, что в данном случае мы сейчас говорим о правах будущих жителей, которые хотят заселить Министерство строительного комплекса области, администрация тоже. Вы знаете почему? Потому что вы изменяли вид разрешенного использования земельного участка, вы создавали условия, выдавая порубочный билет, выдавая ордер на земляные и планировочные работы. Для того, чтобы этот дом был построен, и туда были заселены граждане, в том числе обманутые дольщики, с нарушением их конституционного права на проживание в благоприятных условиях и без угрозы вреда здоровью. Вот о чем речь идет. И поэтому решение суда, которое вы сейчас пытаетесь им как бы на него опираться, оно на самом деле к ситуации, которую мы хотели бы обсудить, никакого отношения не имеет. Это просто просьба обратить на это внимание. Все, спасибо. Так теперь нужно... Ну, просто есть предложение, как сказать, дать слово, действительно, вы приглашены. Ну, да, интересно, да, послушать. Да. Абсолютно. Росавиация, это все. Мы же ради этого собрались. Выслушайте именно я. Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Начальник управления межтерриториального регионального управления Центральных районов после Пушкова Ленина. Значит, отвечая на вопрос, коллеги, вы почему выдано заключение и как? Значит, на выданное заключение. Значит, представлена соответствующая заявка, да, в соответствии с представленной документацией. И действующим на тот момент законодательством полномочий руководителя территориального управления, значит, соответствующее заключение на стандарт. В том случае, когда выдается, да, и учитываются определенные параметры безопасности полетов и радиотехнических средств, значит, на объект. Значит, вот, в соответствии с заявкой и полномочиями. Стандартное заключение было выдано. Выдано, да, машинное управление, значит, исполнительное место, начальник управления, центр Чепшова. Допрос нужен? Вы не могли бы прокомментировать тот факт, что 27 февраля 17 года, то есть до выдачи вот этого заключения от 1 июня, да, этот же руководитель, его начальник управления Шуваев Александр Петрович подписал ответ тоже на обращение стройгрупп, тоже они обращались, значит, заявка была 21 декабря 2016 года, выдать им согласование строительства этого же дома на этом же земельном участке, и Шуваев, Росавиация территориального управления, отказала в выдаче согласования, учет прирочного. Выдать заключение о согласовании строительства объекта многоквартирные многоэтажные жилые дома по адресу, ну, по этому адресу, кадастровый участок, вот это, не представляется возможным в связи со вступившим законом в силу решением арбитражного суда Московской области 12 мая 16 года. Это раз то решение, где было установлено разрешение шума. То есть получается, смотрите, 27 февраля при одних и тех же номерах закона и при наличии решения арбитражного суда он выдает отказ согласования, и при этом его в данном случае как бы не смущает то, что не входит в компетенцию вопроса, да, по уровню шума, да, до этого не выдержали. А уже 1 июня он, ну, с опорой на вот это прямо говорит, я даю положительное заключение о строительстве, но при этом он указывает в преамбуле, что в отношении здоровья граждан я не согласую с этим вопросом. Сколько денег занесли? Ответьте. Вот не
не могли бы вы прокомментировать? Сколько это стоило? Для вас скажу, что я в управлении, начальником управления, 24-го апреля. С 24-го апреля. Все понятно. Вопрос, образно говоря, там. Поэтому то, что конкретно должностное лицо, значит, ну, основывалось в одном случае и с одними документами, ну, там, сколько я понимаю, 40 групп. А суть простом, не знаю, точно не могу сказать, все ли аутентичны ли документы. Один и тот же. Как можно комментировать деятельность того человека, если это были... Так это же орган выдавал, вы что, позволите того? Это же орган выдавал. А что, вы не знакомились? Ну не человек же, спрашиваем, а орган. Вы же орган представляете, а не человека. Правильно? Вы можете пересмотреть вот эти документы и дать заключение от органа, не от человека. Нам человек-то не интересует. Сегодня вы, завтра вас нет. Ведь мы не интересуемся персоналом, нас интересует орган. Наверное, это можно. Если решение суда есть, то, безусловно, Росавиация участвовала в этом деле, отказывалась согласование. То есть получается, смотрите, какая ситуация, что фактически, выдавая вот такое заключение положительное, ну, я бы сказал, ну, я сейчас не буду давать квалификацию, но, во всяком случае, это расходится с решением суда, где они участвуют. Да? Коррупция это. И вы знаете еще какой момент? Я должен еще что-то сказать. Пользуюсь вас возможностью, что как бы вы здесь присутствуете. Вот этому заключению, вот такому половинчатому, да, дал в свое время оценку генеральный прокурор Российской Федерации Чайка в письме на имя главы правительства Российской Федерации. Копия этого письма у меня есть. Кстати, говоря, показать. 20 декабря я приеду, могу вам показать. В этом письме на имя главы правительства Чайка, уважаемый генеральный прокурор, фиксирует, констатирует следующее. Росавиация фактически самоустранилась от согласования вопросов учета негативного воздействия полета воздушных судов на здоровье граждан. Это он законстатировал поведение Росавиации до принятия нового закона. И законстатировал уже потом, решил законодатель наш, надо как-то эту ситуацию до конца упрести. И поэтому он сейчас уже, вы знаете, прекрасно возложил на Росавиацию все, но только при наличии заключения Роспотребнадзора. Наверное, конкретизировал просто действия федеральных органов исполнительной власти по выдаче соответствующих разрешений и размежевания территории. Ну что, законодатель сделал, выполняет. Значит, ну вот вы многократно уже говорили, что значит, кто-то устранился, кто-то не доделал, там, вот, вышел 135 ФЗ, в котором четко сказано, да, что федеральный орган исполнительной власти такой, как Росавиация, он рассматривает вот такие вопросы, да, согласованные встречи, и таким положительным заключением Роспотребнадзора. Последний вопрос можно? Вопрос простой. Пожалуйста, нам ответьте всем. Но в итоге, вот на ваше мнение, на ваш взгляд, на сегодняшний день мы можем констатировать, есть заключение собственника аэродрома Шереметьево в вопросе учета негативных воздействий на полету воздушных судов над этой территорией на здоровье граждан. Именно собственника, просто. Собственник аэродрома дал свое согласование или нет? По этому вопросу. Именно в этом вопросе. Когда вы говорите собственник аэродрома, ну и для меня, и для всех, чтобы понятно было, да, что вы имеете в виду под этим? Я имею в виду следующее. Смотрите, первое, если так говорить логическую цепочку. Вообще, строго говоря, имущественный комплекс аэропорта Шереметьево, включая аэродром, это есть собственность Российской Федерации. Это везде установлено. Мы не отрицаем? Не отрицаем. Прекрасно. Следующий момент. Надо выяснить, кто осуществляет полномочия собственника.
причем имею в виду на тот момент, когда выдавалось разрешение строительства, потому что надо нормы права применять конкретное правоотношение, возникшему вот там 1 августа, значит, или 1 июня выдавало, значит, согласование государства. Так вот, согласно пункта 5.2 положения Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации, там написано четко, предупреждено, что полномочиями собственника федерального имущества в сфере воздушного транспорта эти полномочия наделено и обладает Росавиация. И далее. Свои полномочия в соответствии со статьей 4 этого же положения Росавиация осуществляет как самостоятельно, ну, то есть как федеральное агентство, так и через свои территориальные управления. Исходя из взаимосвязанных норм статьи 46 Воздушного кодекса действующих, которые обязывают согласовывать строительство аэродрома на собственный аэродром, и указанных вот мы сейчас норм федерального положения о Росавиации, согласование как собственника аэродрома всегда возлагалось на Росавиацию. И более того, вам скажу, из такого же понимания исходила вся сложившаяся судебная практика. Причем во всех судах, как в арбитражных судах, так на уровне судов общей юрисдикции, что полномочным собственником, в данном случае работа Шереметьево аэродрома, является, в данном случае представителем собственника, является федеральное агентство в лице соответствующего территориального управления. То есть для меня, например, я на ваш вопрос просто, по-моему, ответил максимально полно, что таковым является, являлось и является и так далее. Ну, другое дело, что ваши представители, ну, я имел возможность с ними общаться в судебных процессах и так далее, да, они, знаете как, а вы знаете, вот положение о территориальном управлении, ваше территориальное управление, центральных районов, не указывает вот этот момент по согласованию. Ну, подожди, есть нюансы. Ну, есть нюансы. Значит, что? Значит, я согласен с вашим сказанным. Ну, вот все равно. Это самое главное. Спасибо. Почему? Я почему? Потому что у нас могут быть разночтения некие, да? Вот в части, значит, безопасности полетов и работы радиотехнических средств, да? Не стройка. Не мы на стройку, да, а стройка на работу. Аэропорт и то, что там залетает и садится. Да? Компетенция такая имеется. Вот. И то, что вновь, значит, 135 позиций пронес. Ну, он уже ясно сказал. Одну отменил, вторую 47-ю статью четко расписал. Вот. И там конкретизировано уже, ну, на уровне федерального законодательства, что значит, подтверждение наших полномочий в части безопасности полетов. И мы готовы рассматривать все вопросы с учетом того, чтобы ответить надзор на конкретный объект. Да? Потому что мы на все про все пока не урегулированы вопросы. Положительном, значит, заключении Роспотребнадзора, потому что это их компетенция. Вот. Ну, а тогда вот еще один вопрос. А как вы считаете, можно было такой документ подписывать Шумаре? Ну, не знаю, может быть, не совсем корректно. Ну, конечно, вопрос некорректный. Человек подписал, потому что это уже это. Поэтому, ну что, что говорить, давайте оценку коллегам. Может быть, его отменить? Значит, там, может быть, его отменить? Ну, есть, наверное, порядок, да, и вы, как представитель лучшей части человечества, там, юриста, да, вы знаете, как это все делается, поэтому не будем. Понятно. Все, спасибо. Спасибо большое. Шить вопрос. Вопрос можно? Да, пожалуйста. Вот, как говорится, с учетом того, что у нас и Росавиация, и Роспотребнадзор здесь присутствует,
Потому что у нас по 47 статье предусмотрено, что конкретно Шереметьево должно в определенный срок изготовить, соответственно, зоны, да? 7 зон предусмотрено у нас. Там, по-моему, уже сроки, так сказать, прошли. Вот вы как... Нет? До 1 июля. Нет, нет, нет. А, ну если сроки не прошли, все, тогда я его снимаю. До 1 июля. Не прошли, совершенно верно. Значит, после выхода 135 ФЗ, во всяком случае, вот мы в своей части по центральному федеральному округу был нам приказан руководителя Росавиации поручен вот такая работа. Значит, а его отдельно управление аэродромной службы в части аэродромов Московской области, вот, Московского аэродрома, такая работа проводится. Понятно, что это в один день, да, даже если это сильно хочет, этого не сделать. Да? Поэтому там научное обоснование, не только, там все почему, потому что вот, даже вот наш случай, вот этот, да, ну да, правильно сказать. Вот, он говорит о том, что, значит, у каждого свои полномочия, значит, один знает, где строить, другой не знает, когда строим номера там, и так далее. То есть вот, вот этот закон, да, и полноценная реализация закона. Ну, должна, ну, если не полностью решить вопрос, то таким образом, что белые пятна, которые на сегодняшний день оставались, не должны уйти. Поэтому работа эта проводится, как срочно, трудно сказать. Почему? Потому что это оператор аэродрома и их компетенции. Значит, нужно заказывать, нужно проводить конкурсы и так далее. Ну, вы сами знаете, да, что это дело не быстро. В любом случае, это работа сразу по команде, значит, как это будет, мы тоже мы сами заинтересованы. А вот, на ваш взгляд, вы же все-таки обладаете определенной информацией. Вот сейчас же перспектива третьего летного космического класса, да? Чемпионат, который вы готовите, в таком же тоже. Так вот, введение в эксплуатацию, использование полностью этой полосы, с учетом комплекса, уже с учетом этой полосы, не будет ли вследствие этого всего еще больше увеличения звуковой, шумовой нагрузки на вот эту территорию, по поводу которой мы тут сказали? Ну, больше я вам сейчас не могу сказать, я специалист, да? Но то, что какая-то коррекция будет, ну, вы знаете, значит, я если вот так уж строго к вопросам, исполнитель, да? Исполнитель того, что по закону, полномочиями органа, все принимается решение о строительстве, ну, какого-то серьезного сооружения, значит, на самом верху выделяются деньги федеральной целевой программы, заманчивая. И вот 135 ФЗ, да, я же еще раз говорю, он, ну, прямо прошелся по зоне, и там, ну, многие вещи написаны, да, если мешает, то кто-то должен заявить, кто-то должен принять меры, там, и компенсации, и так далее, и тому подобное. Значит, ну, насколько я располагаю информацию, предусмотрены такие вопросы в связи со строительством третьей полосы. Точно вам сказать не готов, но... Меры такие, в том числе в исполнении вот этого 135 ФЗ, принимаются. Да и понятно, почему все это усугубится еще раз. Потому что вот на застраиваемом участке был вековой лес. Более, ну, около 200 деревьев, которые были вырублены. И как вы думаете, это не скажется на населении, где вырастет опять гигантская башня, ну, бетонная? Расстояние между домами всего 12 метров на существующем. Между моим домом вообще 3 метра. Возможно, по проекту. Я вам не на вопрос отвечу. Да? Значит, вот скажите, вот, ну, кто-то там 30, 40, 50 лет назад в Москве жил? Да. 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 Аэродром Шереметьево тогда уже был? Естественно. Ну, не в том виде, в каком был. Одно было. Вот, еще раз. Да. Как вот частный сектор, да?
не аэродром движется в сторону города. Это все понятно, что цивилизация к этому толкает людей, безусловно, никто не против этого. Поэтому народ и против, чтобы создать приятные, более-менее условия для жизни уже живущих людей. Накал страстей понятен, да? Но вот и... Но зачем вырубать елки, ковры на эти участки? Росавиация ни при чем. Причем здесь Росавиация, Галина, успокойтесь, пожалуйста. Давайте следующий. Еще есть представитель, да? Так, ну, я немножко вопрос ответил. Спасибо большое. А что вы хотите услышать от этого канала? А, вы знаете, мы хотели бы вам... Ваши права. Не-не-не-не. Мои личные. Вот по тематике нашего сегодняшнего совещания у нас расширенное заседание по объекту капитального строительства и незаконной выдачи разрешения. Да, это точная застройка. Я считаю, что ущемляются мои права. Каким образом? А вы изучили документы? Нет. Вы не видите нарушения? А я не видела документы. А как же вы шли на совещание и не посмотрели документы? Тогда что с вами обсуждать? Татьяна Алексеевна, есть ответ вопрос. Значит, смотрите, территориальное планирование произведено с нарушением. Для начнем с того. Нам преподносит администрация, что это комплексная застройка. Согласно 135 УФЗ, который мы упоминали с 1 июля, комплексное территориальное планирование должно пересмотреться. Согласно 135 УФЗ. Курсе вы этого, да? Нет? Ну, изучите, посмотрите, пожалуйста. Значит, на сегодняшний момент это точечная застройка. Точечная застройка в жилой зоне запрещена. Это раз. Значит, ущемляются мои права. Я живу на 6 этаже. Мне 17-этажный дом становится вплотную. Я солнца не увижу. Лес вырубается. Значит, каждое дерево, которое расположено в приаэродромной зоне, у нас 8190 метров до точки аэропорта расстояние. Значит, каждое дерево, которое расположено было и которое сейчас срубили, 100, вот с таким диаметром дерево, да? Значит, оно поглощает, соответственно, выбросы вредных веществ. Поэтому я считаю, что жизнь и здоровье, благоприятная среда у меня ухудшается. Вы согласны? Согласна. У меня внуки, дети и так далее, жены, они будут дышать потом остатками как машины в керосине, так и самолета. С этим согласны? Согласна. Значит, я считаю, что ущемляется мое право, точечная застройка. Дальше, в Сходне и в Химках есть свободные участки, где нет леса. Воробьев, президент говорит, что нам говорят? Мы сейчас перед выбором готовимся, что лесные массивы мы застраивать не будем. Здесь что производится? Вырубка леса. Почему вы футболите граждан? Почему от президента, от генеральной прокуратуры, Ростовцева фамилия, запишите себе, пожалуйста, она все ловит документы и говорит, нет правового воздействия у нас, нет прокуратуры, все прокуратуры. Транспортная, вот. Подождите, вы сейчас... Мы обращение, говорю, обращаемся с жалобами, как рассматривается. Я считаю, это тоже ущемление прав человека. На мое личное обращение к президенту ответ приходит в администрацию, уважаемый Михаил Алексеевич или Волошин пишет, что нет, все документы выданы по формальному признаку, нет ущемления прав. А я считаю, что есть. Что незаконно. За вид разрешенного использования до сих пор с 3 июля постановление. Федеральный закон гласит, что нужно оплатить и получить постановление. Вы попробуйте где-нибудь получить какую-нибудь бумажку, если вы госпошлину не заплатите. Не получите, правильно? Здесь 63 миллиона за перевод индивидуального жилищного строительства в многоэтажное произведен 3 июля. А сейчас у нас что? Январь. Больше полугода. Федеральное законодательство гласит вначале оплата пошлина, а потом выпуск постановления. Это не коррупция, администрация. А оплата не осуществлена. Не осуществлена до сих пор. Это что, не коррупция? Если бы не переведен был индивидуальное жилищное строительство многоэтажное, то не было бы и разрешения на строительство, не было бы порубочного и так далее и тому подобное. То есть полностью весь букет всего. Мы бы не разговаривали, бы не получали бы разрешение на Росавиацию и так далее, Роспотребнадзор. И вот это все идет цепочкой. Я считаю, что это ущемление моих прав, моей семьи. Многие жители переезжали туда, чтобы жить воздухом, дышать. Некоторые больные дети, они ходят, гуляют вокруг этого участка. Да, он частная собственность, я не спорю. Но есть порядок. Правильно? А я еще от имени дольщика спрошу, почему дольщик не может права? Вы не считаете дольщиками моих прав? Начнем с того, что я вообще не видела никаких документов. Зато вам предоставить, да, электронную почту, я могу вам предоставить. Напишите мне, пожалуйста. Значит, на 14 февраля записан к уполномоченному Российской Федерации. 14 февраля. Ну, и уже я были представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области. С первым заместителем Москалькова Виноградова мы уже общались. Результат, как видите, ноль.
Потому что уполномоченные проверяют документы. А мы предоставили. А права человека нет. 14 февраля я записан лично вот с адвокатом. Значит, я должен сказать, Татьяна Алексеевна. Здесь очень имеется наше право. Что мы обращались к уполномоченным, по правам человека Российской Федерации, они сказали, причем в интересах информацию предоставляли, среди интересующих о том, что в случае реализации проекта застройки дома будет налицо нарушение конституционных прав на охрану здоровья, благоприятной окружающей среды будущих жителей этого дома. То есть, как там схема идет? Она просто сейчас заключается договор долевого участия в строительстве, раз, между застройщиками и потенциальными участниками долевого строительства. В будущем еще возможно также по отдельным договорам купли-продажи. Ну и так далее идет по цепочке. Наследники, новые покупатели и так далее. Да? Кто снимает квартиру по договору найма. Вот. Это все будущие жители, неопределенный круг лиц. Так вот, наша просьба была, предоставить эту информацию, отреагируйте и подайте заявление в интересах будущих вот этих вот жителей. Будущих жителей. Почему? Потому что Министерство строительного комплекса области, администрация хочет заселить туда граждан. Просто хочет на ту территорию, где решение суда установлено превышение шума, а, как мы сейчас убедились, и нам говорил представитель уважаемой Росавиации, Росавиация и собственник не дали такого согласования в этом случае. Так вот, возникает естественный вопрос. В чем дело, ребята? И я вам хочу сказать следующее. До настоящего момента никакой реакции центрального аппарата полномочного нет. Потому что на настоящий момент их права не нарушены. Потенциально. Нет, вы же подавали... Как же не нарушены? Вот дольше для меня. Вас я уже... Татьяна Васильевна, можно я сейчас... Нет, вы же сказали, что это в интересах будущих. Есть статья 265-го года. Там закон. Вы чего добиваетесь? Чтобы... Подождите. Я сейчас воспроизведу вам эту статью. Деятельность, представляющая опасность в будущем, причинение вреда является основанием для предъявления иска о запрещении такой деятельности. То есть деятельности, которая в будущем создает угрозу причинения вреда. Это ответ на тот вопрос. А сейчас же нету, мы не должны, Татьяна Алексеевна, ждать того момента, когда уже будет смерть, угроза реальная и так далее. У нас законодатель, слава Богу, мудрый. Он предусмотрел разные способы защиты гражданских прав. И если это неизвестно в аппарате уполномоченного по правам человека Российской Федерации, то я готов предоставить в том числе аппарату Московской области необходимые юридические консультации для того, чтобы разъяснить, что у нас есть способы, благодаря которым, кстати, уже даже после пропуска срока трехмесячного на обжалование самого разрешение строительства, как АМ, который 3 месяца, да, то есть срок прошел, иск заявляется, иск в порядке искового судопроизводства. И там у нас 3 года есть для того, чтобы реагировать. Так я просто вам хочу сказать, до настоящего момента, к сожалению, и это вызывает очень большие вопросы, особенно с учетом того, что первый заместитель Москальков в ходе личного приема, состоявшегося 14 ноября прошлого года, подтвердил свое мнение о том, что он тоже приходит к мнению о незаконности этого строительства, безусловно. Но я подчеркиваю. Поэтому я просто вот здесь пользуюсь этой платформой, нам скрывать нечего. Мы в этом плане люди совершенно прозрачные, открытые. Я вынужден сказать, что здесь попахивает таким комплексом себе, что даже поражаешься. Я не знаю. Но мы достучимся, я думаю. Значит, у нас на 14 число личный прием еще очередной в аппарате центральном, где мы попробуем все-таки достучаться для того, чтобы понять, это что, тотальный уровень коррупции, я подчеркиваю, тотальный уровень коррупции во всех эшелонах, на всех уровнях, и если, признавая очевидное,
И причем есть аудиозаписи. Я тут даже это, даже аудиозаписи, которые есть. Да? Значит, видимо, надо будет заниматься на уровне несколько иного. Я просто пользуюсь сегодняшней возможностью, площадь. Вам эту информацию даю для того, чтобы вы каким-то образом тоже проанализировали, что ведь не, ну как, процессы же они неостановимы, они идут. И к чему они приведут? Я вот хочу одно сказать, а зачем они приведут к чему-то? Зачем? Мы здесь вот сегодня собрались. На самом деле, да, кстати, а 28 декабря, чтобы вы знали, кто-то, мы не знаем, но доведенный, даже стрелял на этом участке, из администрации, не знаю, не доказано, но стреляли. Слава Богу, не понятно, даже стреляли, следствие, но стреляли людям в глаза, Подождите, сейчас, минуту. 59 лет, знаете, пожалуйста, Сергей Николаевич, 59 лет, член Союза художников, ее избивали в присутствии полиции, администрации, и ее же забрали на 3 часа в полицейский участок. Это как? Сам начальник юридической полиции занимается. У нас еще нормальный строитель. Понимаете, я начальнику полиции говорю, примите меры, заберите, разберитесь, арестуйте всех, ноль эмоций. У меня нет бумаги протокола, я доставлю на эти бумаги, протокола не составляют. У нас видеофильм есть. Ну, зачем вы приобщите его и разобраться? Те, которые делали это, умыли руки, а человека забрали в милицию. Конечно, сказал, что это не доказано. Так, естественно, не доказано. Вот видите, на чьей стороне выступает администрация, да? Интересно. Вы интересы жителей должны, у меня командный голос, понимаете? Да, здесь командный. Я еще раз говорю, интересы жителей, я ни разу не услышал от вас, руководителя, чтобы вы сказали, я защищаю интересы жителей. Ни разу. Всегда защищаю интересы. Первый раз слышал. Можно в чем защищать? У нас есть видеозаписи, где всегда он защищает только застройщика, понимаете? Документы выданы. Все, мантра. Я понимаю, разрешение выдал Минстрой. А документы кто готовит? Документы изменения вида разрешенного использования земельного участка при отсутствии оплаты за изменение. Больше полугода. Федеральный закон. Оспорьте вы, идите вы в суд. Чего вы жителей-то знаете? Вы видите нарушение? Есть. Орган местного самоуправления. Обратитесь в суд. В защиту интересов жителей. В защиту ХИМа. Видите? Вы слышали своими глазами. Почему вы приходите в суд и признаете против жителей всегда выступаете? Значит, это стрелок. Ну обратитесь. Закона меня достали. Уполномоченный не защищает, администрация не защищает. Когда они рубили на этом участке. Закон не защищает. Нет, ну слушайте, может, человека задержали по подозрению. Нет, Откуда мы знаем? Мы хотели бы очень непонятно за что. Начальник полиции ХИМАК схватил человека, задержал, без адвоката. Уполномоченный, куда смотрите? Не в ту сторону. Наказывайте полицию. Почему у нее обыск был? Почему незаконный обыск? Почему стройгрупп представители заперлись в дом? На плечах полиции они зашли. Они что угодно могли подкинуть. Уполномоченный куда смотрит? Прокурор Око Государева куда смотрит? Воробьиное Око у нас прокурор. И уполномоченные никуда не смотрят, и бездельники ничего не делают. Они не видят, видят, что была стрельба, что надо принимать меры. Они не видят экстремизма, что он призывает перекрыть Ленинград. Уполномоченные, слушайте, внимайте и защищайте жителей. И вы, и орган местного самоуправления, защищайте. Сейчас слышали информацию? Обратитесь с иском. Я возвращаюсь к своему предложению. Создайте комиссию.
Попросите, чтобы дал заключение, во-первых, Роспотребнадзор, во-вторых, Росавиация. Сами обратитесь. Защитите жителей. Добейтесь правды. Проанализируйте документы. Вы же имеете право. Вы же их пригласили. Сделайте, пожалуйста. Мы вас просим. Пожалуйста. А зачем прикрываться? Обманутый недоучик. Товарищи, вопрос к Медведеву. Вопрос к Медведеву можно? Значит, я для начала с обращающимся товарищем напомню, что 131 федеральный закон, он говорит, что первая обязанность муниципальных... Дмитриев Алексей Владимирович, юрист, волонтер организации «Принцип». Так вот, значит, в обязанности муниципального служащего, согласно 131 федеральному закону, входит обеспечение соблюдения законности и защита прав граждан в тех пределах компетенции, которые предоставлены служебным положением. У меня по этому поводу к Медведеву вопрос. Жители Сходни много раз к вам обращались с жалобами, начиная с октября, когда началась вырубка, с просьбой проверить законность, проверить, все ли действительно вот в порядке, как вы утверждаете. Вы нарушений не нашли, тем не менее, изучая градостроительный план земельного участка, это основной документ, который является основанием для получения разрешения на строительство, мы обнаружили следующее, жители обнаружили. Вот, значит, что, во-первых, площадь участка фактически это 50 соток, в ГПЗУ она написана 80. Да. Далее, согласно приказу госстроя, инструкция о порядке подготовки градостроительного плана земельного участка, подготовке должны предшествовать обязательно съемки топографические на натуре. То есть они должны отражать действительную градостроительную ситуацию. По факту, расстояние от дома номер 10 по, значит, вот какая улица? Короче, Паевский переулок. До значит, границы земельного участка составляет 15 метров. В градостроительном плане земельного участка написано, что 30 метров. То есть, соответственно, мы видим градостроительный план земельного участка, который в 2014 году подготовила Апухимки. Мы все знаем, что она безобразно в это время работала, была волна очередная точечной застройки. Вот. Подготовлен, очевидно, с заведомо недостоверной информацией. Вот. У меня вопрос. Во-первых, почему вы не нашли эти нарушения? И будете ли вы теперь проводить проверку, в том числе и по данным доводам? И будут ли какие-то меры реагирования по факту нарушений в ГПЗУ? И откуда площадь? Я вам отвечаю, что какие-то нарушения действительно имеют место быть, к сожалению, вот коллеги, я потребовал к одному совещанию, у меня нет с собой, непосредственно практических материалов, где вот 15 метров, 30 метров, ну, значит, мы это действительно признаем. Ну, вот, я это публиковала на странице неоднократно, постоянно. Себе, передайте. Вы будете страницы, да, передайте. У вас есть материалы, топографическая съемка, мы обязательно проведем еще раз. Да, пожалуйста, топографическую съемку туда. Вчера не доработали, да, мы это Подождите, вы должны были это проверить еще в октябре, когда жители к вам обратились. У меня вопрос, почему вы не ищете нарушения? Ну что, вот, пожалуйста, одна встреча с жителями. Суды результат. Суды не этим занимаются. Суды идут в это время, рубят деревья. Было 200 деревьев, осталось 100. То, что идут суды, вовсе не означает, что чиновники должны сложить руки. У нас, как известно, есть и административный порядок защиты прав, и судебный. То, что люди обратились в суд, вовсе не значит, что нужно устраняться. Там нет 80 соток, там всего 50 соток. Там дом частный. Как можно на частном доме, на этом, на ИЖС-овском участке построить? Подлог лежит во всех документах, подлог. Заведомо от площади. Федеральный закон, который 1 июля, там четко сказано, что комплексные планы территориального планирования пересматриваются в течение 6 месяцев. Они что, вот, пожалуйста, сейчас мы соберем. Обозначено не 0,5, а 0,8. Да как у нас, да? Исходя из этого ГПЗУ, сделаем проект строительства и получим разрешение. Ведь вы смотрите все документации, заведомо ложные сведения лежат. Поэтому вопрос обязательно к следующему совещанию. Еще на этом участке планирующему совещанию кто будет построен? Электроподстанция. Простите, а где она? Написано в документах. Стройка. А для жителей первого и второго корпуса будет построена на моем участке многоярусная автостоянка. Извините, это написано в документах устройгрупп, в пояснительных
записано. Вот стройгрупп, что ответить? Вот стройгрупп. Пожалуйста, задайте вопрос. Без жильцов, первого, второго. То есть они уже готовы второй участок, на котором еще нет перевода. Тише. Согласно федеральному закону 135, который 1 июля, да, там четко сказано, что в изменении градостроительного кодекса внесено статьи с 46 по 48, можете открыть, посмотреть, что инициатором, если является муниципалитет или застройщик территориального планирования, они должны заключить договора с жителями, кто имеет индивидуальное жилищное строительство. Это ничего не сделано. По живым людям, по правам человека, я вам говорю, спланировано комплексное территориальное планирование. Ни один договор не заключен, участки не выкуплены, и люди сейчас что им ходят? Их предупреждают, что вам петуха запустить, продавайте дома. Что? Я до сих пор открыта. Вот больше месяца мой участок не огорожен. Скажите, так... почему? Я тоже задавал. А все вот на завтра. Давайте вот завтра встретимся. Дайте нам ядозистов пригласить. Да. Вот что мне говорят. Вопрос, почему пригласили. Тут строительные пригласили. Работы? На открытом. Вы уже сами а через ноль. Мы вынуждены были пригласить сами, чтобы сделать это и показать, что... Сами экспертизу сделали, у них все прошло. Вы тоже сами сделали, у вас тоже прошло. Понимаете? Так, как раз не прошло. Можно еще добавить? В исключении был очередной акт. Непонятно чего это. Вызывали полицию. В середине участка стройгрупп находился мужчина, который шел в мою сторону. Мой участок, один пролет, до сих пор не загорожен. Целью чего? Я не знаю. Почему? Дерево упало. Не разрешает произвести. Не разрешает произвести. Мы с вами договорились, на ту неделю встретимся. И дальше что? И что? Мы с вами встречались? Нет, встречались. Вы сказали, давайте мы вычистим планировку, вы нам разрешаете, сейчас вам разрешаете. Вы сказали, встречаемся, чтобы обсудить. Мы с вами разговариваем. Вы же сами сказали, что у вас там собака, не лезьте. Почему собака? Безусловно, я должна прибегнуть, чтобы обезопасить. Вы говорили по поводу собаки, не лезьте. А вы не имеете права без меня начать какие-то действия. Мы вас спрашиваем разрешение. А почему ведутся на открытой площадке? Вы оградите свой забор, поставьте. Вы свой поставьте забор. Зачем вы ее забором проводите? Вы покомандуете. Сломали забор? Вы покомандуете. Я покомандую, вы поставьте забор. А вы кто? И поставили забор на месте. Мы жители. Вы кто? Мы жители. Мы живем рядом. И с утра до вечера видим это безобразие. Вместо работы ходим к вам туда. Смотрим, что вы делаете. Тише. Спокойно. Значит, протокол ставим. Несем. По забору. У меня основной вопрос. Удивление возникает, почему... У меня тогда просьба тоже внести в протокол, чтобы Галина Николаевна дала разрешение на то, чтобы произвести эти работы. Потому что она такого решения не давала. И сказала, что там собака. Почему они пользуются моим? Вот, пожалуйста, пусть пользуются. Делают свой забор на определенном расстоянии по улице. Для того, чтобы... Все, значит, по забору, по нашему забору, там... При наличии, забора, такие, заборы не обязательно устанавливать. Да что вы? Я для вас должна построить. Там все перейдет, правда? А если нет забора, если берет, да. А все остальное дороже? Нет, а не надо, вы построите строительный забор. Зачем пользоваться моим? Будет проходить транспорт какой-то, бетономешалки или чего-то. Они и так коммуникациями пользуются, жители. Еще это. Я писал заявление в стройнадзор. По факту того, что стройгрупп проводит строительные работы, с нарушением. Но до сих пор, кстати говоря, никакой реакции от стройнадзора не будет. Хотя факт есть. Это всем известно. Открытый забор, они признают стройгрупп тоже. Ну что это такое? Что это такое? А я не знаю, что было в воскресенье. А если бы вот нашел, с целью построил, мы бы дома тут совершил какой-то очередной акт. А если построить дом за сутки там, ну что? Да. За один час они построили. А можно тоже задать вопрос? Надо обеспечить исправителей, чтобы они в жизни проводили работу. Я согласен с вами. Так с соблюдением перевозок. А то ведь опять что-нибудь произойдет. Скажите, пожалуйста, какие строительные работы сейчас производятся?
Андрей, зачистка была территория. Какие строительные? Демонтаж. Демонтаж. Все равно подготовительные работы. Демонтаж. Это строительные работы. Это демонтаж. Классификатор. Видите, строительные работы. Открываете. Демонтаж это строительные работы. Вы проводите с нарушением строительных норм и правил. Должен быть забор. Жалуйтесь. Можно еще вот по правам человека, я так не знаю. Пока не будет строительная площадка огорожена. Я хотела бы... Давайте подведем несколько поручений. Михаил, можно еще вот прям буквально слово? Да, я хотела бы по правам человека обратиться, да? Вот адвокат правильно задал вопрос, стройгрупп. Построены на Мичуринский тупик, да, два дома. Два дома, стройгрупп. По поводу детского сада, что ответил нам стройгрупп? Времени пришло. А когда время придет? Мы с вами в октябре, когда встречались, когда был рассвет на Некрасово, вот участка, когда говорили, как можно строить дом вот здесь и вообще вот. Давайте сначала социальные объекты. Вы тогда сказали, школу надстроим, детский сад надстроим. Почему надстроим? Вот стройгруппа обещает, как они сказали, времени пришло. Построив два дома, школы переполнены, детские сады переполнены, времени пришло. А когда придет время? В соответствии с утвержденным графиком. С утвержденным графиком? Да. Очень есть такой. Интересно. Ну, когда тут заселяться, куда отходить? Есть такой. Куда вам не полезно? Скажите, пожалуйста. График утвержден графиком Московской области. Очень вам хорошо. Не нравится этот график? Как жалуется? За 12 лет сколько вы там отдали? За 12 лет мы должны были построить все. Но в связи с противодействием в стране семьи мы не можем это построить. Поэтому вопросы не к нам, а к вам. Вы, говорит, сам не сходите. Почему? Да потому что я не знаю. Я постоянно цитирую. Так не даете. Да, не даете. А потом спрашиваете. А тогда что спрашиваете? Вот такой вопрос все-таки. Вот как вы видите, вот мне самому любопытно. Если вам в участке не продадут. Никто, да. Не да. Да. Никто не собирается продавать. Мы живем, я живу в частном секторе. Дайте ответ. Надо отвечать Марина, сказать каким-то последующим коллегам тоже, если что, сидя на этом месте, отвечать. Вот как вы. Михаил Александрович, вот до сегодняшнего дня продав, до сегодняшнего дня продавали. И сроки строить. Можно я отвечу? Не мешайте, пожалуйста, Андрей Викторович. Хорошо, хорошо. Я вам не мешал. Можно теперь я скажу. Спасибо. Значит, до сегодняшнего дня, так сказать, нам удавалось покупать эти земельные участки. И значит, сроки строительства нарушаются не в связи с тем, что мы не покупаем эти земельные участки, а в связи с тем, что, так сказать, на сегодняшний момент запаздывает выход разрешительных документов и со стороны администрации, со стороны Московской области. Поэтому застройщик, так сказать, по сути дела, сроки срывает строительство. И не только домов, но и детских садов. Не по своей, так сказать, причине, а по причине, так сказать, противодействия со стороны должностных лиц различных администраций. Есть на это в том числе и документы, в том числе и судебные. А скажите, а сколько участков? Вопрос, может это участок? Тише. У меня вопрос. Значит, вы построили на втором Мичуринском две башни. Скажите, пожалуйста, у кого из жителей со второго Мичуринского вы выкупили участки для постройки детского сада? Конкретно. Назовите адрес и фамилию. Детского сада? Да. Значит, на сегодняшний по детскому саду, там где-то, кстати, земельные участки не выкуплены. Да. Все, вот так, за детский сад. Протокол. Подождите, второй вопрос. А что это, собственно говоря, на втором? Да. И вы запланировали автостоянку на 50 сотках, башню и вы трансформаторную подстанцию. На какой территории, можно ли на территории 50 соток построить 3-3-подъездную башню, 17-этажную, подстанцию, детский сад и автостоянку? Автостоянку. Можно посмотрите территорию. Можно ответить? Вопрос к администрации, вопрос к застройщику. Можно ответить? Да. Отвечаю. На 50 сотках дом, детский садик и автостоянка, как вы говорите, и подстанции не запланируют. Они запланированы на другой территории. На большей территории. На большей территории. Вы спрашиваете, на какой запланировали? Собственник другой территории сидит здесь. Он не собирается продавать участок. Собственник напротив участка, у него в аренде. И у него ИЖС, он тоже не пока не лишний. Какой социальной политики идет вопрос?
Аналогичная ситуация на втором Мичуринском. Весь периметр комплексной застройки люди не продали, они живут там по 20-30 лет и не собираются продавать. Это тоже точечная застройка, произведена в нарушении закона. Вы вводите в заблуждение. Это не в заблуждение. Умышленно. Мы с жителями общаемся. Вы только что ответили вопрос, вы никто не продолжил. Перестаньте, вы знаете, все во втором дачном вы купили свой участок в 2012 году. Скажите, пожалуйста, сколько участков с 2012 года вы еще купили для того, чтобы осуществить все эти комплексные свои дела? В 2012 году застройщик купил участок, а разрешение на строительство получил в 2017 году. То есть в течение 5 лет денежные средства в большом количестве были заморожены. В связи с этим реализация программы в полном объеме не происходила. По какой причине, я вам пояснил. Вас это не интересует и не надо. Ну, значит, вы специально навязываете ситуацию, что застройщик должен вложить деньги, но обратно их не получает. То есть, по сути дела, подталкиваете к банкротству. Вы это отлично понимаете, но специально об этом говорите. То есть, по сути дела, провоцируете. По закону нельзя строить. Понимаете? По закону можно строить. По закону вы оспорили по закону, Если 50, и вам отказали, значит, по закону можно. А я ничего решения не оспаривала. Это не они оспорили по закону, а только конкретно Галина Сафронова. Я лично ничего не оспаривала. Минуточку внимания, у меня в руках выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная 17.01, в которой сказано, что основной капитал стройгрупп 10 тысяч рублей. Это критерий фирмы «Однодневки». Сколько у вас сотрудников фирмы? Скажите, пожалуйста. Я вам скажу, какой основной капитал. Ноль. То есть основной капитал переведен 17.10. Сейчас минутку. Обновите. 17.10. Минуту, я говорить дайте. Уставной капитал 17.10 переведен 81 миллион. Увеличен. Ну что же, молчите. Стоп, я договорю мысль. Не перебивайте, давай. Я вас не перебиваю никогда. Значит, о чем говорится? Что 1 августа незаконно выданы документы на строительство в фирме «Однодневки», у которой 10 тысяч уставной капитал и 0 работников. Как вы собираетесь обманутым дольщиком что-то построить? У вас ни гроша за душой. Вопрос. Действительно. И стоп, минуты, не перебивайте. С 1 июля 135 ФЗ определяет закон, что уставной капитал должен быть, критерии оценки его определены. Не было это сделано. В результате разрешения на строительство, выданное по этому параметру, незаконно. Вот ущемление прав человека наших. Значит, это коррупционная составляющая. Эту норму уже отменили. Сейчас будут другие критерии. Уставной капитал нужно иметь соответствующие активы на счете и так далее. Там другие критерии сейчас. Не менее жесткие. Перевод ИЖС незаконно. Уставной капитал незаконно. Жителями не решена проблема. Не выкуплены участки. Тоже незаконно. И преподносится в генеральный план, что это территориальное планирование. Комплексное развитие. Какое развитие это территориальное? Ни одного из ваших тезисов документально вы не подтвердили. 135 ФЗ говорит, что в течение 6 месяцев необходимо произвести корректировку плана территориального планирования. Я не прав, Михаил Сергеевич? 135 ФЗ говорит об этом, что в течение 6 месяцев произвести корректуру комплексных территориальных планов планирования. Правильно? Сказано. 135. Это сделано. Это не сделано. Администрация специально дано указание до Нового года принять все генеральные планы без учета 135 ФЗ. Это что, не коррупционная составляющая? А вы ее докажите. Ну так когда будет, тогда и скажет. Мошенничество, генеральный директор уже привлекли Таубиса. Привлекли. Почему не выполняется закон? Уголовная ответственность. Что доказывает? Мы дождем, когда еще скажут коррупция. Еще сказали коррупция. Потом уже обвинили в коррупции. Я уже записал. Да, все, в чем ты меня подаешь? Сюжет? Вы меня постоянно подаете. Нет, еще не раз не подавайте. Вы первый раз. Вы уже много судов проиграли. А вы выиграли. А можно еще один вопрос по правам человека? Вот интересный вопрос получается. Вот я, например, будучи инвалидом, у меня суставчики больные, сломала забор, который стоит на территории дома, где я живу. Понимаете? Как это? На моей территории установили забор. И я, как говорится, еще и пострадала за то, что его я якобы сломала. Извините, как это можно объяснить? Забрали в полицию. Об обыкновенном железном заборе, который я сломала своими собственными ручками, будучи инвалидом по суставам. 17 Нет, нет. Так, а почему? Потому что забор, который
стоит в данный момент, где вот эти фотографии, да, и вот который сейчас... Не на той территории, не по тем границам. Вот посмотрите, вот строят, вот сейчас они укрепляют забор. Этот забор находится на территории моего дома. Понимаете? Он отходит от границы. Так, от границы на 2,8, 85 метра. Да. Пожалуйста, это самозахват территории. А я в результате еще почему-то до сих пор не могу дышать хорошо. Вот видите, реперная точка. А вот где территория. Это нормально, вы считаете? Я, например, до сих пор дышать не могу нормально. Мне в яйцо так запустили этим газом. Да, и вот это вот по правам человека. Все нормально. И меня же еще в милицию забрали. А почему? Потому что я говорила, у меня договоренность с Волошиным, здесь забор ставить нельзя. Договоренность конкретная была под камеру. Публично, никто публично при людях, никто, как говорится, эту договоренность не отменял. И я в результате пришла, заявляя о своей договоренности ни много ни мало с главой администрации, и меня за это облили газом, избили. Есть вообще показатели. И продержали не 3 часа, а с 9 до 15 часов в обезьяннике. Нормально? Не оказали медицинскую помощь. Не оказали ни медицинской помощи, ничего. Так же, как администрация Стрельченко. Это нормально? И сейчас покрывают, получается. Полиция покрывает. Работает на застройщика полиция. Это где видно? А что? Начальник химкинской полиции приехал. Ему делать больше нечего. Он преступников почему не ловит? Да. Замначальника, начальник приехали. Они преступностью не занимаются. Они на жителей нападают, задерживают незаконно, обыски незаконно проводят. Это уполномоченный по правам. Да потому что незаконно. Меня, например, незаконно забрали. С какой стати? Да? Только и буду делать, чтобы суп по судам бегать. Так, все. А на что же администрация нам жить, что ли? Зачем нам нужна администрация? Скажите тогда. Значит, о путинке, да, конкретно, присутки вместе со всеми, так сказать, желающими заинтересованными сторонами произвести аудит расстановки координат, скажем так, еще раз, чтобы определить точно границы территории, снимаемую структуру. Об этом я, например, несколько раз официально заявляла администрации, писала заявление, чтобы они это сделали. Протокол составляем. Проработ возможность администрации осуществить аудит всех документов с целью последующего разбирательства на предмет их законности или незаконности. Да, точно. Всех документов. Всех. Тихо будет. Значит, отдел архитектуры. Значит, проанализировать все спозу КПЗУ на предмет посадки перспективных строений на земельном участке и в отношении их удаленности от прочих объектов, существующих на территории, дать свое заключение. Дальше, если кто-то вроде желает. Михаил Александрович, продольщиков. Можно кому-то продольщиков? Предложение следующее. Первое. Вновь рассмотреть возможность отмены постановления администрации городского округа Химки 581 от 3 июля 2017 года об изменении вида разрешенного использования земельного участка с вида ИЖС на вид многоэтажного жилищного строительства, поскольку это доказательственный факт, и вы все это знаете, о том, что не было соблюдено требование федерального закона, федерального закона, я сейчас номер не помню, но суть о том, что согласно этой норме этого закона, решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка принимается при условии оплаты, внесения застройщикам платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Ссылки на областной закон здесь в данном случае никак не могут. Потому что, во-первых, федеральный закон имеет большую юридическую силу, а федеральный закон четко и конкретно указывает, кстати, как и областной закон, о том, что решение об изменении принимается при условии оплаты. Но я сейчас не буду торгаться в областной закон,
Потому что он предполагает оплату уже после внесенного, вынесенного иска. Это послушай, дайте мне говорить, а? Так вот, я хочу сказать одно. У нас что там произошло на самом деле? Сначала вынесено решение, то есть постановление, а оплаты до сих пор нет. А закон федеральный четко говорит о том, что сначала решение, сначала оплата, а при условии оплаты за изменение решения об изменении. Так вот, администрация, как известно, должна руководствоваться своей деятельностью федеральным законом, нормами областного законодательства, порядок областного законодательства, а расходится в данном случае с федеральным законом, который исходит из того, что сначала оплата, потом. Поэтому предложение следующее. Руководствуясь нормами, имеющими большую юридическую силу федерального закона, а вы должны принять меры для отмены этого постановления. Вот предложение. Еще раз, что кстати говоря, правовому управлению нужно смотреть, что не предыдущая администрация исходила именно из такого положения и при наличии решения арбитражного суда, о котором мы говорили, на заявление суда об изменении вида разрешенного использования отказала, мотивируя невозможность изменения одноэтажного строительства наличием решения суда, которое установило превышение. И это решение администрации устояло в суде, где стройбург отказал удовлетворение заявления об отмене вот этого решения. То есть это показательный факт для нынешнего вашего, вашего лица, в данном случае мы это говорим, о том, что уже администрация делала, отменяла в итоге, да? И в суде в том числе подтверждалась от администрации. Потому что вы же можете ссылаться на то, что Министерство строительного комплекса здесь не присутствует. И это их прерогатива разрешения строительства. Так вот, в условиях того, что вы сегодня здесь услышали, это можно констатировать, вот высказался представитель Росавиации, да, о том, что согласования собственника аэродрома реально нет. Сегодня все убедились, вот вам немножко представитель. Согласования собственника аэродрома нет. Ну, кажется, как и я, может быть, меня поправят, но... Я не очень понял, Они очень хотят комментировать действия там предшественников, образно говоря, но они сами пока что недавно в этом вопросе. Поэтому я слышал против этого или за. А у нас есть... Давайте еще раз обратимся к представителю, чтобы он четко сказал, и если, в том числе на сегодняшний момент, согласование... Давайте конкретно в протокол зафиксируем... информацию представителя уполномоченного присутствующего здесь Росавиации территориальной управления о том, имеется на сегодняшний момент, даже до сегодняшнего момента, согласование Росавиации части учета негативных воздействий на здоровье граждан. Ну, там же написано, что... Так есть или нет? Так вот давайте зафиксируем. Нет. Есть или нет? Так это бумаги это зафиксировано уже. Нет. По этому вопросу, по учету здоровья, есть согласование или нет? Давайте вот это зафиксируем. Безопасность простой. Я сейчас задаю вопрос о компетенции Росавиации. Вопрос простой. Собственник аэродрома, дало ли согласование части воздействия на здоровье граждан? Простой? Нет. Вот, все. Вопрос нет. Зафиксируйте. Нет. Или вы опять сейчас услышали? У нас там нет записи. Слушайте, а это вообще записано на этой бумаге? Бумаги записаны, что он идет читать. Зачем? Да, это вообще... Ну это и чего? Это очень важно, Николай. А слушайте, не важно. А потому что представитель Росавиации говорит, что это не компетенция Росавиации согласовывать по учету здоровья граждан. Я об этом написал. Да. А я вопрос другой задал. Не компетенция Росавиации, а о наличии согласования собственника аэродрома. Не называю я сейчас Росавиацию, а целенаправленно задаю узкий вопрос. Если согласование собственника аэродрома Шереметьево части учета здоровья граждан? Вопрос понятен. Ответ еще раз. Есть или нет согласование собственника аэродрома? Третий раз. Первый. Вот, отвечая на этот вопрос. Первый. Вы объяснили, кто такой собственник аэродрома. Да? Я с этим согласился. Значит,
Вы спросили меня в отношении подписанного управления Дума по первому числу. Подписан. Оговорка есть преамбуле? Есть. Что еще нужно подтвердить? Вопрос. Собственник аэродрома дал или согласовал положительное Российской Федерации. Вы представляете Росавиацию собственника. Мы не согласуем, коллега. Значит, мы даем заключение, да? Честное влияние объекта, да, за пошли полетом и работу ради технических средств. Бумага это есть, вот она подписана, печатная. Ну что, вы спросили, выдавал управление? Да, выдавал. Я еще раз хотел бы повторить вопрос. Меня не интересует вопрос. Вы, я понял вас. Я вас понял прекрасно. Я вопрос простой сформулирую. Собственник аэродрома выдавал ли положительное заключение части воздействия полетов воздушных судов на здоровье граждан? Собственник аэродрома. Все. Вопрос да или нет. Выдавал или нет? Положительное заключение. В этой части. Давал или нет? В этой части нет. Все, прошу зафиксировать это протокол. Подождите, не кричите, слышал Михаил. Еще вы слышали? Я не слышал. Какой же написал, что он честь не давал. Все, собственник аэродрома не давал. Да, именно ты нам. Просто мы наш найм. Нет, Росавиация и Российская Федерация разные вещи. Росавиация и Российская Федерация это разные вещи, понимаете? Собственник, а не Росавиация, а не орган. Приостановить незаконное строительство. Вот самое главное. Приостановите. Это полномочия. Да не только суда. Это никто не освобождает администрацию, он не сделает. Как приостановлено? Они работают. Они работают. По поводу программы. А какой документ приостановил? Разрушение дома документы. Если бы нет, если будет приостановлено. Давайте так, кстати, определимся. Ведь господа соизъявляют, не собираются отвечать за свои слова. Если оно приостановлено, то кем? Если оно приостановлено, то кем? Если приостановлено закон, значит закон. Если приостановлено незаконно, значит будут отвечать. Ну что вы, все тут кругом граждане имеют права. Есть только одно лицо, которое на этом совещании не имеет права. Это одно лицо, это застройщик. У него нет никаких прав. Вот, конечно. Поэтому о чем мы говорим? Потому что сплошные нарушения закона. Так, стоп, подожди. Я пока документов о них нарушений не вижу. У вас право нарушать закон есть? Я пока документов о нарушении законов не вижу. Я вижу только судебные отказы. Да, вам вопрос. Да. Ваше право меня. Стоп. Стоп. Тише. На полицию. Господин Медведев, первый вопрос. Вы сказали, сроки приостановлены. Не ведется пока сейчас. Не ведется. На каком основании вы говорите, что... приостановлено. У вас есть документ застройщик, потому что за... Стоп. Господин Киреев говорит, что у них нет никаких документов, и они могут за все делать. А вы говорите, что приостановлено. Можно сказать частично, что они нам навстречу идут. Мы не производим монтажных работ, подготовительные работы, очистка территории, в том числе это, кстати, установка забора. Да, она ведется. Монтажных работ не ведется. Конечно, чужой. Ну, чужой, конечно. Это ваше право. Ну, чужой. Мы все вопросы протокол внесены. Еще вопросы. Если есть предложение, еще раз. Подольщикам вопрос, если можно, в протокол. Скольким дольщикам выдали, какие меры приняты? И какие принимают подольщикам? Я только понимаю, что вам ничего не случилось. Вы выдали? Квартиры сейчас выдаются, они получают. Квартиры получают, пакты подписывают, получают квартиры. Спасибо. Мы давали. Но у нас тут дочь администрации на Мичуринской. Сколько человек получили дольщиков? Только с доплатой. За 10 лет без доплат. Тише. Без доплат за 10 лет с 2010 года по 2017. Вот, впервые услышали, что 3 квартиры. Но насколько получили ключи, получила только одна.
одна женщина. Вот какая-то вся статистика. Все остальное только за доплату. Никакой количества обманутых душ. Какое? Тут решается проблема обманутых душ. Хорошо. Исполнение инвестиционного контракта. Детский сад. Построили они? Детский сад вам спросит планировщик. Территория не выполнена. Президент не нужен. Что судьба обманутых дольщиков решена в Московской области. Кстати говоря, вот оттуда у нас идут слова адвоката, противной стороны, вот так говорит, Струйнина, да? О том, что вы что, не понимаете, что политика партии и правительства подразумевают, что этот вопрос должен быть решен. И он решен. Фактически на бумаге, это я вам просто говорю. Он решен на бумаге, вы уже все нормально. Потише. По поводу обманутых дольщиков, интересное дополнение. Сейчас нет, я вам скажу, что представитель Минстроя вчера на суде сказал, у нас дом сколько? 286 квартир, да? А она заявила, женщина, что 300 человек будут заселены на втором дольщике. Представляете, да, Минстрой? Это так он готовится на суды, это так по праву человека решается вопрос. Дайте слово обманутым. У меня обращение уполномоченным по правам человека. Почему получилось, что Московская область по всей стране занимает первое место по количеству и проблемных объектов обманутых дольщиков? И цифры очень расходятся. Официальные, по добавим Минстрой Российской Федерации, и по факту. Сейчас уже объединение, туда входит 52 объекта, где обманутые дольщики. Уже 52 официально. Могу предоставить, если вы, конечно, заинтересованы, действительно как-то защищать права граждан, в том числе обманутые дольщики.